В Алматы 1 мая отпраздновали во всех 8 районах города. Главные торжества прошли на площади Абая перед Дворцом Республики. Для гостей выступили творческие коллективы и звезды казахстанской эстрады. В павильонах этнокультурных объединений горожане могли познакомиться с историей и традициями разных народов. Также все желающие могли отведать блюда национальных кухонь мира. А сегодня мы живем в мире несогласия. Представители самых разных национальностей и религий живут бок о бок, дружно, вместе отвечают праздники, спокойно трудятся, воспитывают детей. Нация – это все граждане Казахстана, вне зависимости от национальности. Это замечательный праздник, который символизирует дружбу, единение между людьми разных национальностей, между людьми, которые исповедуют разную религию. Татарский народ точно так же, как другие национальности, в единстве, в течение многих лет трудится и поднимает свою вторую родину, многонациональный Казахстан. Мы вас от души поздравляем.